В Ереване за вот это время нашего пребывания посольство Казахстана провело 4 благотворительных базара, то есть приняло участие в 4 благотворительных базарах. Хочу выделить именно последний базар, потому что он был вот 30 ноября в комплексе ДВИН, который был организован ассоциацией «Добро пожаловать в Армению» МИДа Армении под патронажем супруги министра Ирины Гетханян. И в этом базаре уже приняло участие 13 посольств. Было очень много местных производителей, организаций крупных, других благотворительных. И на один день можно было окунуться в атмосферу, когда ты, переходя от стола к столу, ты как будто погружаешься в разные страны, потому что все женщины приготовили домашнюю кухню национальную. Мы этот базар готовим еще начиная с лета, то есть готовим те самые интересные сувениры, меню продумываем, какие-то ингредиенты привозим, продумываем, в какой одежде мы будем. То есть это такое интересное мероприятие. В этом году оно было интересно тем, что была очень интересная концертная программа с участием разных номеров, разных национальных таких вот исполнений. Например, посольства Казахстана выступала выпускница нашей музыкальной школы. Она играла на национальном инструменте домбра, несколько таких старинных кюев. Вот. И самое главное, что люди, придя на этот праздник, они уносят какие-то интересные сувениры и участвуют в большой такой благотворительной акции. И самое главное для нас, чтобы все эти средства дошли до тех нужд, тех фондов, которые были выбраны, вот, которые теперь будут целый год работать и помогать нуждающимся.